синюю линию. Удается это сделать. И Гаврус! Пустые ворота. 3-1. Все. Жлобин забирает эту игру себе. Ну, будем откровенны. Все-таки можно, наверное, сказать, ох, там еще и драка завязалась. Пока я тут начал рассуждать, болельщики здесь вскочили на ноги. Вот пока я тут и говорил, тут Гаврус лупится с кем-то. Не вижу с кем. Прям настоящее побоище. Ну вот и сдали нервы у всех, кислы на площадке. Гаврус там уже кого-то уложил. Это Степанович, он набоксировал, а там еще не могут разнять других хоккеистов в другом, на другом участке площадки. Так, кто-то там не унимается. Это у нас по-прежнему страсти кипят. Горбунов тут решил еще и Соломонова оприходовать. Не успокаивается Горбунов. Смотрите, его везут в бокс для штрафников. Он разворачивается и хочет еще пообщаться с Соломоновым. Но Соломонов на эти провокации не поддается. Кисты тут уже ведет диалог с Горбуновым. Но вполне возможно, что может и драка подолжится. Нет. Гуляй на все, сказали ребята, и решили устроить драку. Ну, это хоккей. С таким накалом неудивительно, что эта драка должна была случиться. Ну вот, есть у Шахтера, понятно, было еще 5 секунд, но вот странно, что на табло по-прежнему не загорается счет 3-1. По-прежнему 2-1. Ну вот по целому звену в боксе для штрафников показалось. Топ 5 человек с одной стороны, 5 с другой. Вот единственное, не понимаю, почему счет 3-1 не становится. Но вот вы видите, с чего все началось. Вот. Но благо там судьи среагировали достаточно вовремя. Но вот я смотрю на Гавруса. Гаврус там Степановича точно добоксировал. Гаврус вышел победителем, это 100%. Вот, ну, а там в этой куче мале уже, конечно, разобраться тяжело. Ну вот, Самойлов должен быть расстроен тем, что не состоялось у нас у него шатаут. А тут у нас еще может завариться драка там. Купчихин что-то выговаривается, но это еще не вечер. Это еще не вечер. Так, Брикун там Самойлова тащит, ничего себе! Просто как школьника какого-то вытягивает. Брикун решил тут подраться с Самойловым, ничего себе! Вот это заварушка! Вот это да, вот это! Так, там судьям главное под раздачу не попасть, так. Вот это концовка, Громович. Ну, Брикун, конечно, там решил Самойлова потягать за шкирки. Ничего себе, Самойлов, самое интересное, не видел его. И просто Брикун его взял, как по-отцовски, так за шкирки, и начал тянуть к себе и разворачивать. Мол, давай, парень, поговорим. Но там еще не успокаивается Белоусов. Здесь еще и Данил Сапко рядом. Вот Брикун, конечно, дал шоу, аплодируют болельщики Игорю Брикуну за вот это рвение разобраться этот ответ Самойловым. Ну а здесь, смотрите, Белоусов заводит в трибуны, показывает, мол, давайте, давайте, громче. Но проблема в том, что Белоусов и его команда проиграла. Счет в серии 2-2, но хотя бы хотят в кулачном бою попытаться солигорские хоккеисты. Но вот страсти никак не улягутся. По-прежнему у нас здесь градус на максимуме. Ну что ж, вроде бы успокоились и одни, и вторые. Но вот Белоусов, если бы не орбиты рядом, я думаю, он бы там сейчас один на все звено поехал.